Всем привет, меня зовут Масленников Роман. И сейчас я сделаю обзор бургеров, которые я люблю сам кушать и от которых я кайфую. Ну, на последнем месте я хотел бы поставить бургеры, а бутурчи. Есть такая штука, армянская шаурма, которая называется антишаурма. Вот как бы она идет вне рейтинга, но стоит как бы на месте, которое я вот недавно для себя открыл, это Афимол. Седьмое место нашего хит-парада – это бургеры в трассе. То есть, ну, знаете, такие заправки. Одна из них, по-моему, находится на Новой Риге. И там, соответственно, такой бургер можно отведать. Ну, он такой, конечно, обычный, но лучше, чем как бы все остальные, которых я здесь не упоминаю. Шестое место. На шестом месте я бы поставил бургеры «Черная мамба». По-моему, «Бургер Хирос» его делает. Ну, он, конечно, нормальный, у него много поклонников, и за счет этого я вообще туда и зашел. Но не скажу, что он прям меня супер впечатлил, потому что там вроде бы был бекон, и он вроде бы был сыроват. Ну и как бы не такая уж огромная порция. Вот, ну так в целом обстановочка такая прикольненькая. Мы там написали книгу про организацию мероприятий с Верой Зимсковой. Дальше. На пятом месте нашего хит-парада находится, пожалуй, я сюда поставлю бургеры из Торре Гриль. Ну, они небольших размеров. Опять-таки, мясо нажористое, наваристое. Обстановка очень прикольная. Но как бы не супер верх совершенства, однако я их сюда ставлю. Значит, четвертое место хит-парада пока что еще держит Starlight. Я в основном их люблю пробовать на Маяковке, в саду аквариум, по-моему, называется. Достаточно хорошие бургеры, Blue Cheese. Второе место я отдам с удовольствием бургерам из Black Star. Я ел их на Новом Арбате и на Цветном Бульваре. Но на Цветном Бульваре, конечно, они повкуснее, мне почему-то показалось. И первое место это фарш. Фарш, но ни в коем случае не в Афимоле, потому что здесь недавно открылся. Я не знаю, их делают чуть-чуть не так, как я привык их есть, например, в этом самые классные, короче, бургеры. Это фарш на Лубянке. Вот там реально крутые бургеры. Причем, если вы потянете по ценам, то лучше даже зайти в соседний ресторан. По-моему, называется «Рыбы нет». Это же сети. И вот там бургеры просто огненные. Но вот если просто перекусить, зайти, это вот фарш на углу. Там иногда бывает очередь. Там можно скачать приложение iDrink и получить себе еще напиток бесплатно в подарок. Вот. Но сами бургеры очень классные. Один раз я даже там съел два бургера. Они сочные, они реально вот не сухие, они хрустят. К ним идет огурчик. Вот. И, в общем, так достаточно прикольно там посидеть, отметить что-то. Мы там отмечали презентацию моей книги про взрывной пиар. Соответственно, хорошо посидели. Вот именно тогда я заточил как раз два бургера. Моя коллега Татьяна, она один бургер с пивом, а другой мой коллега Макс, он взял такой бургер, он был даже без булки, я удивился, что такие бургеры бывают, вот, и, короче, это, всем все понравилось, поэтому, а где бургеры, едите вы, рекомендуйте.